общем, я встал на поляне. Здесь только какая-то пастушья ферма. Никаких магазинов здесь нет. Воды нет, связи нет. Звониться никому не могу. Вон. У меня есть запас с собой. Что расстроился, что нет магазина. Вон туалет, похоже, есть. Ребята с Украины угостили меня горячими макаронами, потому что здесь я даже костер не разведу, так как нет дров. Много не рассчитал я в тот момент здесь. Завтра был самым бегом в Бейчик. Держу и слышу на меня над головой какое-то такое рычание. Это что рычание, какое-то хрюканье смешанное с рычанием. Даже не знаю. Все, какая-то собака пошла что ли сверху. И начали перекликиваться они, вот пастушьи собаки, и это. Я надеюсь, что все-таки это тоже пастушьи, просто привязан где-то выше меня. Вот, похоже, тот, кто ночью тут пугал меня. По размеру похож. Рычал, хрюкал всю ночь. Перекликивался вот с ними. Он стадо пасется. Их хранят собаки. Ну, спал я долго, конечно, хорошо. Но в итоге утром. Сейчас все одеваю мокрое. Все насквозь промокло. Ничего не высохло, ни капли. Одел всю одежду мокрую, ботинки насквозь мокрые. Пойду в мокром, буду на себе сушить. Очень неприятно, конечно, на улице где-то 7 градусов. Но что поделать. Решил точно, я на этом голы не пойду. Пойду вниз. Я дошел до перевала Тамгалы. Сейчас налево идет тропа наверх, Тахталы и Тамгалы на самом деле. Налево идет тропа наверх и прямо, так понимаю, уже в сторону Бейчика. И, наверное, это уже вниз, надеюсь. Я решил все-таки идти к Бейчику. Не хочу терять день. В целом я согрелся. Пока иду, уже за час тело нагрелось. Вся мокрая одежда, в принципе, начинает сохнуть. На мне прям на теле. Ну, в общем, как-то так. Иду к Бейчику. Примерно вот такая дорога идет вниз. Я даже удивляюсь, порой идут поликики. И такое ощущение, как будто сюда просто напривозили вот этих камней, щебенки. И просто услали всю тропу. Потому что действительно тропа вся облагорожена. То есть всегда идешь по нормальной тропке. И это очень... Очень странно. Иногда даже кажется, что дорогу сделали специально для Викики. То есть ты идешь, 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 у тебя дорога тупо заканчивается. То есть в машине там нет смысла ехать. Такое ощущение, как будто сделали ее просто, чтобы люди ходили пешком. Так что вот такая вот она, ликийская тропа. В общем, я спускаюсь к Бейчику. Сейчас прошел какую-то мини-кафешку. Решил все-таки спуститься к Бейчику, так как там уже город. И, ну, как город, поселок. И думаю, там будет выбора в любом случае больше. Мне осталось примерно 2 километра. Иду по такой хорошей дороге. К Бейчике дошел позавтракать.
яичницу, два яйца, 60 лир, кофе 20 лир и тост еще, по-моему, 30 лир. Повесил вещи, пока просушится немного после вчерашнего. У них магазинчик. Не знаю, мне кажется, дорого, конечно, после вчерашнего. Но норм, все равно. В общем, я перекусил в пельчике в этой кафешке. 160 лир. Взял яичницу. Какой-то тост с сыром. Ну и колу еще купил, кстати, кола. Очень дорогая, 25 лир. Литровая. Вот. Сейчас я иду в сторону Сумеры через Пинар, поселок. Не знаю, вопрос, либо я вечером встану на огне Химеры, либо спущусь вчера ли. Все-таки хотел бы, наверное, уже на пляж спуститься и заночевать там около моря. Я уже соскучился по морю. Что там уже решу ближе. Я опять свернул с дороги. И сейчас пойду вот вдоль скал таких. Даже не знаю, что это за порода, честно говоря. Глина какая-то как будто. Ребята, смотрите, кого я нашел. Черепашка в дикой природе. Просто иду по тропе. Смотрю, кто-то шевелится. Вот она, красавица. Просто на тропе такие живут. Вот это уже я понимаю, гранат. Кажется, какой-то черный немножко, но явно спелый. Не то, что был вчера, вчера вообще розовый был. Сейчас будем пробовать. Ем гранат. Обалденный. Только что с дерева сорвавшийся. Вообще супер просто, наверное, лучший гранат, который я ел. Или может просто я такой уставший. Но супер, вообще супер. Такой переход через дорогу. Пугающий. В общем, пришел я на Химеру. Вид, конечно, классный. Но огня я не вижу. Обидно. Днем не видно ничего. Ну, что-то горит там, да. Ну, уж не совсем уж языки пламени, но все равно прикольно. Я же приспустился ниже, где-то полчаса ходьбы. И тут уже эффектнее гораздо огонь, чем там. Видимо, все-таки фотография отсюда. Я спустился с Химеры на Чирали. В Чирали, точнее, город, еще идти до пляжа мне. За вход написано, надо было заплатить 30 лир. Что-то я прошел нормально, выпустили мне, ничего не сказал, я уже сам не платил. Дела. Иду в сторону пляжа. Иду по Чирали. Тут это нормально, похоже. В общем, есть сейчас такое ощущение, наверное,
Может, конечно, не такое, как с фильма. Достучаться до небес, где они шли, в итоге пришли на море. Фух, у меня ноги как одна сплошная мозоль. Пока не знаю, даже где буду писать палатку, что дальше делать. Пока иду, просто хочу искупаться, и все. Никаких мыслей больше нет. Собрал палатку обратно, нашел силы и вот пришел покушать. Дальше пойду, наверное, встану где-нибудь там в кустах. Никто ночью не заметит. Ко мне пришел друг еще. Со мной тоже ужинать.